Кристина и Карина, так представились девушки, не считают, что их акция провоцирует панические настроения в городе. Многочисленные листовки, которые появились на Абаканских улицах 4 дня назад, всего лишь выражение гражданской позиции, заявляют обе девушки. Многие усмотрели умысел рассеять панику в городе. Это не так. Это мой еще одной неравнодушной девушке призыв горожан быть бдительнее. В том, что многие горожане действительно напуганы листовками, Кристина и Карина обвинили журналистов. По мнению девушек, СМИ исказили смысл их послания, и они этим фактом очень удивлены. В нашем тексте не присутствовали такие слова, как «маньяк» и «серийный убийца», потому что мы сами не знаем, кто это, и не можем этого утверждать. Эти слова предполагаемых авторов противоречат тексту листовок, где прямо заявляется, цитата, «уже очевидно, что кто-то топит абаканцев». Конец цитаты. Авторами резонансных листовок заинтересовались полицейские. В пресс-службе УВД Абакана подробных комментариев не дают. Известно, что ведется проверка, и девушек опросят в самое ближайшее время.